Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Перми при участии Росгвардии были задержаны работники одного из автосалонов, которых подозревают в совершении мошенничества. Было установлено, что злоумышленники для осуществления противоправной деятельности арендовали помещение, расположенное на улице Рязанской города Перми. Они завлекали клиентов низкими ценами и выгодными условиями кредитования. Как только покупатель выбирал понравившийся ему автомобиль, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим предоставляли для подписания договор купли-продажи транспортного средства, где указывалась завышенная цена. В дальнейшем подозреваемые вынуждали их заключать кредитные договоры на приобретение автомобиля, вводя граждан в заблуждение, что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку и вообще могут лишиться машины. Следственным отделом УМВД России по городу Перми по данному факту было возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом в отношении троих фигурантов избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одна подозреваемая отпущена под залог в 1 миллион рублей. В настоящее время с заявлениями в полицию обратились уже 42 человека. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.